закончили проклейку Lexus вибропоглощающими материалами, проклеили багажник, проклеили крылья. Весь материал предварительно разогревается и при проклейке прокатывается валиком. Толщина материала на арках 4 мм. Арочки изнутри проклеены. Проклеены и прокатаны. То же самое по этой стороне. Крыло, арка изнутри, арка снаружи. Все проклеено, прокатано тщательно валиком. Заклеим пол багажника виброй 3 мм. Также закончили проклейку салона. Вот так теперь у нас завибрен салон. Все полностью завибрено, закатано валиком. Место задних пассажиров также проклеено со стороны салона. Арочки тоже 4 мм. Проклеены и прокатаны. Так, по дверям. Первым слоем клеим виброматериал внутрь двери. Проклеиваем, прокатываем. Затем вторым слоем также внутрь двери клеим шумопоглощающий материал толщиной около 8 мм. Также проклеивается дверь вся. Затем третьим слоем клеим еще один слой вибро. Проклеиваем и прокатываем валиком. Передняя водительская дверь тоже готова, уже 3 слоя. 2 вибро, 1 шума. Продолжаем работать.